Дубль у нас образовался вместе с основной командой год назад. Ну, как вместе, через 2 недели после основной команды. Потому что у нас на первых просмотрах было... Ну, на 4 просмотрах, которые мы делали с самого начала, год назад, для основы, у нас пришло 120 человек. Из 120 мы тогда отобрали 20. Соответственно, 100 осталось, и мы им говорим: ребят, ну, есть какая-то возможность тренироваться. Если кто хочет, как бы тренируйтесь. Мы там им условия сказали какие, да. И, соответственно, у нас в первый же месяц было 30 человек. Тренировочных, как бы тренировались сразу же здесь, на юности. То есть, как бы для них это прям родное поле. Вот. И, в принципе, из тех 30 сейчас, ну, в районе, наверное, 10-12, как бы так еще, ну, как бы людей осталось. Плюс добавились новенькие в этом году. Плюс там тех, кого мы просматривали в этом году. Мы там подтягивали кого-то из дубля в основу. Кого-то, как бы, потом говорим, что, ну, то есть, кого-то опускали, как Илюшу Вичайни. Сказали: Илюш, пока, как бы, чтобы ты играл, нужно поиграть в дубль. Ну, главное играть. Потому что, как бы, ну, все-таки это опыт, это мужской футбол, как бы. Это все важно. Плюс сейчас у нас школа развивается активно. И у нас уже есть парочка-троечка человек, которые мы хотели, может быть, даже в этом году попробовать в мужских соревнованиях. Мы им, конечно, по 14 лет. Мы, конечно, посмотрим, подумаем. Ну, к следующему году они точно будут готовы. Так что, в общем, дубль у нас точно не просто так. По игре в целом мне ребята наши понравились. Просто, как бы, получается, первый тайм одна команда играла, второй тайм вторая команда. Но еще раз, это, как бы, как сказать, для ребят, которые вообще дебютировали, никогда не играли во взрослом футболе, я считаю, это прекрасный опыт вообще, это прекрасный проект. Ну, это очень круто. Я, если честно, за них рад. Я прям сидел, переживал, там, кричал, там, все. Ну, я еще раз скажу, первый тайм у меня были, как бы, ожидания были намного хуже. А первый тайм мне понравился. Второй тайм, в принципе, наверное, второй тайм вот, ожидания мои оправдал, но первый тайм прям мне очень понравился. Все зависит от основной команды. То есть, если мы основной командой выполняем задачу на сезон, ну, выход во вторую там, группу первенства области, то мы, в принципе, дубль планируем заявить на следующий год в третью группу. Но, опять же, будем смотреть сейчас по тому, как они сыграются за этот год, что, как бы, ну, состоятся ли они как команда, то есть как костяк. И уже, то есть, будем от этого плясать, и, как бы, ну, да, мы, как бы, хотим их заявить туда. Нет, мы хотим дубль освещать по максимуму, так же, как основную команду. То есть с каждого матча, ну, не с каждого матча, но по возможности, то есть у нас будут и видеообзоры матчей, и фотографии, как бы. То есть мы все делаем, как бы, качественно, и дубль не исключение в этом плане. Вы смотришь, да, по составу участников-то на район-то на Собинский, там, как бы, состав-то неплохой. Там им надо самим определяться, или они играют, как бы, все одинаково, тогда результат будет другой, да. А если будут у нас, как бы, играть ребята, которые вот в первом тайме начинали, они будут играть там подольше, да, и делать, как бы, результат, они какой-нибудь результат допринесут, я думаю. У меня ожидание, как бы, ну, то, что не буду загадывать наперед, но думаю, как бы, могут побороться они и, там, за тройку, в принципе. Еще также вон ребят хотим тоже молодых со школы потянуть. Есть там пара мальчишек интересных.
И им даже будет как бы самим интересно по мужичкам выйти, потолкаться там минут даже 10, потоптать, так сказать. Первый тайм был крутой, мне понравился. Относительно того, сколько, допустим, там народу пришло на футбол, ну это вообще как бы, ну, аншлаг был на юности просто. Вот, а так, ну просто счет немножко нас не устроил, а по игре, по факту игры все достаточно терпимо, терпимо весьма. Мимо! Мимо! Судью должен привозить выездная команда, Ставрова его не привезли, вот, и потом у них какой-то их знакомый приехал поболеть за футбол, они говорят, о, говорит, ты судьей сегодня будешь, вот, нет, у меня, в принципе, сегодня по судейству никаких претензий особых нет, там четвертый гол у нас, есть вопрос, что там, возможно, офсайд был, пенальти второй, ну, плюс-минус нормально судил, кстати, ничего не испортил особо, как бы, то есть, ну, фол там был, ну, тоже там на любителя, как бы такое. Двери всегда открыты, я только рад, когда у нас люди приходят там из ниоткуда, потом оп, туда-сюда, и они уже в основе. И делают результат, он как Женя Поцелуев того же взять, он пришел в дубль, тренировался, там проявил себя, потом сразу резко попал в основу, начал забивать, потом на предсезонке себя в этом году проявил, и сейчас он в команде, там, как бы в обойме, причем в уверенной обойме, так что и ребятам надо смотреть вот на этот пример. Первый тайм неплохо был. Первый тайм неплохо был. То есть все-таки мы знаем, кто из дубля посильнее. То есть в первом тайме играли те, кто посильнее. И первый тайм, как бы, ну, играли даже не то, что ну, хуже там, на равных со Ставровым. Моментов у нас было больше, чем у Ставрова. Не реализовали, как бы, но они команда все-таки опытная, они вместе играют всю жизнь этой команды. То есть они знают, там, куда кому сунуть, как, чтобы там кто-то пробежал. А во втором тайме просто вышли ребята поиграть, как бы, которым мы должны давать игровую практику, чтобы они, ну, дорастали, так скажем. Ну, и у нас там немножечко кто-то встал, кто что-то, как бы, ну, не получилось в этот второй тайм. Yeah,
На юности тут футбола не было, тут молодежи много, район такой как бы вообще мертвый, да? Тут сегодня люди пришли, о, футбол. Люди смотрят там на балконе, о, футбол. Тут везде тут сбежались, смотрят тут ребята. Конечно, это интересно. Почему нет, команда тут в добром поле, в принципе, для района, ну, как бы нормально за ним ухаживают там ребята. Вы что, мне интервью портите? Я только настроился. Собинский район просто, понимаешь, как будто... Это ты хуже, чем Егорова. Ты снимаешь уже? Я только рад буду, если болельщиков еще больше будет ходить. Но у всех болельщиков я зову, когда у нас игра. Я всех зову 29 июня. 29 июня.